сегодня на сессии вы пытались, когда вы выступали, однако люди это не восприняли, называли вас провокатором, кричали «Ганьба!» вообще. Как вы к этому относитесь? Первое. Говорит не мне лично, что я провокатор или мне ганьба, я считаю, имеет моральное право. Только тот человек, который со мной, будучи на Майдане, получил хоть одну гранату, которая ее светло-шумовую. Поверьте, это довольно не из приятных ощущений. Или понюхал перца. Это первое. Второе. Например, состава депутатов городского совета. Я не знаю человека, который мог бы мне такое сказать. Потому что... Владимир Маколенко, может? Я уклонюсь от этого ответа. Это второе. Третье. Когда люди пришли на... Я же общался с этими людьми. Они пришли уже в городской совет, и им поманили красной тряпкой Гордеев. И вот, знаете, как говорится, заряженные. Они ждали только фамилии Гордеев, когда она высветится, для того, чтобы меня каким-то образом пытаться дискредитировать. Это, знаете, это плохой такой вот пиар-ход. Он дешевый, ничего не стоящий. И, ну, честно, он просто показывает низость тех людей, которые, скажем так, провоцировали на такой. А я всего лишь хотел сказать о том, что, извините, когда мы ночами бегали, искали диверсантов, и я говорю, с палками и так далее, никто из нас, ни с самообороны, ни с ополчения, никто, не тот же даже Денис Лошкарев, да, он, хотя он тоже как бы принадлежит к определенной политической силе, он не встал ни на какую камеру, не сказал ни одной провокации. А он, кстати, как никто может подтвердить, что их в сутки этих провокаций, а их сотни. А вот там, а вот там, а вот там. А там танки, а там еще что-то, там диверсанты и тому подобное. Потому что это нельзя сеять панику среди населения. Мы это все понимаем, мы ответственно к этому относимся. А когда просто один телефонный звонок, реально, один телефонный звонок с центра города Херсона, возбудил такую волну, я считаю, что это надо, ну, надо следить за своим выражением. Нельзя допускать таких вещей. Вот я об этом хотел донести до громады, о том, что сегодня мы не сепаратистов ловили в городском совете, мы просто, по сути, участвовали в пиар-компании, так сказать, определенных кандидатов в мэры, которые собираются, уже заявили о том, что они будут в мэры и так далее. Вот это обидно. И из-за этого могут потом, когда реально будет угроза, вот что еще опасность, что и когда будет реальная угроза, то люди могут не прийти. Потому что люди идут не за кандидата какого-то, не за политическую партию, как я говорил, не за флаг, они идут за Украину. А вот на этом торговать это нельзя. Это табу.